Потому что вы себя напрямую ассоциируете со своим телом. Со своим грубым телом и тонким телом. Но вы не есть это тело. Поэтому так как плохая практика именно для души, поэтому вы так сильно зависите от тела. Поэтому вам нужно заниматься духовной практикой. Больше. Особенно в эти дни. Да. Потому что в эти дни тело стягивает нас прям сильно.